Всем привет! С вами опять Комаров Виталий. Мне очередная пощилка пришла с Алиэкспресса. По-моему, это прислали микро USB. Сейчас посмотрим, что это за гадость такая. Ждал я ее, все-таки дождался. Вот такие вот микро USB-шки, 4 контакта. Ссылка на них будет в описании под видео. Стоят они недорого, здесь их 10 штук. Вот такая вот штука. Вот они. Вижу я их первый раз в глаза. Так что понятия не имею, как ее и что собирать. Ага. Эта заглушка сюда идет. Да, и все это запихивается. Едите, е-мой. Короче, это запихивается сюда, а это закрывается сюда. И все это запечатывается. И она будет торчать. Вваливай еще. Запихал. Вы хрен с ней. Тут еще есть. Так. 4 контакта. Если держать. Здесь красный, здесь черный. В середине слева красный, белый, зеленый. Но в середине слева белый, справа зеленый. Эта штука должна поддерживать передачу данных. Ну, крышечки я слышал, вот эти вот. Их нужно пропаивать. Эта штука закидывается внутрь, она должна вылезти сюда. С проводом, конечно, все это интересно сделать. Так что вот такая вот штука. Соберем свои шнуры и чего-нибудь спаяем. Так, вот я еще в прошлом ролике показывал вот эти. У меня их тогда соединить не получилось. Такая зараза оказалась. Здесь, чтобы соединить, здесь вот есть эти выступы. И на одной из крышек под выступы здесь вот есть хрень такая. Вот они, эти выступы. И здесь то же самое. Ну-ка, фокусируйся. Кому сказал, фокусируйся. Ну, вы, короче, поняли. Не фокусируйся. Вот. Эти усики закладываются вот в эти пазы, которые здесь специально для этого подготовлены. Блин, фиранет нелегко. Вот. И все. Следующая крышка просто закрывает сверху и все. Эй. Класс. Я умудрился, кажется, одну отломить. Вот она отвалилась. Так что они ломаются. О, отломил, кажется. Так что они ломаются. Ну так они ничего пойдут. Все. Следующее видео, наверное, уже по пайке будет. Как вот из этой хрени и этой хрени сделать шнур для зарядки. Подписываемся, ждем. Еще посылок идет. Посылок примерно осталось штук 30. Жду. Они уже, по идее, должны приходить ко мне каждый день. И там довольно-таки вещи интересные будут. Спасибо, до свидания. Не забывайте подписаться на канал. Я буду вам очень рад.